На улице еще не растаял снег, а для студентов Елабужского института КФУ весна уже началась. 10 марта был дан старт самому долгожданному и самому любимому фестивалю – «Студенческая весна». От имени руководства вуза заместитель директора по социально-воспитательной работе Оксана Смирнова пожелала всем студентам удачи и победы. Открыт фестиваль был командой биологического факультета «Элвис и Ко», которые рассказали зрителям, почему именно они должны стать победителями. На сцене прозвучали русская народная песня «Страдание» и татарская песня «Талла-талла». Ребята продемонстрировали зажигательный цыганский танец. Зал буквально взорвался аплодисментами, когда на сцене появились четверо студентов факультета психологии и педагогики в образе конферансье. Обаятельные ребята постоянно шутили, вызывая неподдельный восторг зала. Одними из самых запоминающихся номеров программы стали танец «Ночь в музее» и «Русский народный» в исполнении студенток факультета психологии и педагогики, а также песни на татарском языке «Алтын Таулар», которую исполнила Марина Жаркова. После выступления студенты охотно делились своими впечатлениями. Готовились мы сразу, начали уже сразу просто к огню, отнеслись к этому очень серьезно. Все вот такие большие молодцы. В этом конкурсе я исполняла песню про любовь, конечно же. Эту песню я пела уже давно и очень люблю. Мне кажется, что наш факультет полностью справился с этим конкурсом. И в будущем я желаю нашему факультету победу, чтобы всегда были такими же дружными, такими же веселыми и трудолюбивыми. Сегодняшнее выступление – это бомба. Она взорвала зал. Мне очень понравилось. Я счастлив. Просто неимоверно. Факультет перевыполнил свою задачу. Динара Алмагамбетова, Влад Соловьев, пресс-служба Елабужского института КФУ.